Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня приехал на такой водоемчик половить рыбку. Заодно хочу испытать свой новый комплект. Спиннинг у меня сегодня Дайо Хиппо, катушечка Цуриноя. И хочу, пока мои купаются, прокидать немножко вот этот водоемчик и посмотреть, есть ли здесь рыба. Вообще выезд у меня такой больше разведочный. Такая вот катушечка мне пришла. Суриное. Ну, спиннинг я уже показывал. Дайо Нилос. Тест 1,11 грамм. И хочу попробовать данный воблерок покидать. Также от фирмы Цуриное. Весит 3,3 грамма. Довольно интересная новинка у фирмы. И мне хочется его уже попробовать. Сейчас одену и покидаю. Вот такая вот красота. Одел воблерок. Довольно симпатично смотрится. Надпись Цуриное. Цу. Довольно острые крючочки. Сейчас посмотрим, как мой спиннинг Дайо Нилос справляется с воблерком. Забрасывает довольно неплохо. Дна не знаю этого водоема. О, был выход. Был выход рыбы. Ударчик. Но взять не захотела. Шнурочек, я не знаю, видели вы, не видели. Но выход рыбы был с первого заброса причем. В принципе, должно было быть видно. А вон окушок гоняется. Гоняется окушок. Воблерок довольно неплохой. Немножко подтвичиваю. Воблер легкий. И спиннинг Нилос довольно неплохо справляется с твичингом. О, уже что-то село, друзья. О, небольшая поклевочка. Ха, опять окушок чуть цепляется. Ну, как видите, воблер довольно рабочий. Интересный воблерок. Новинка фирмы Цуриное. В принципе, есть смысл заказать несколько штучек еще. Приятно на первых забросах получить поклевочки рыбы. Попробую равномерную проводку. Ну, довольно неплохо играет бычками. Попробую еще равномерную проводочку. Чтобы немножко побыстрее его провести. Что-то тычок был. Ну, довольно интересно. Интересная игра. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Вот так бочками. Из стороны в сторону отыгрывает красиво. Своеобразный роллинг.
спиннинг довольно неплохо справляется с такими легкими воблерами. О, поклевочка, друзья. Ха, поклевочка веточки. Такой красивый тычок был. Спиннинг. Мягенький, нежный. Сразу согнулся в дугу. Да, не хотелось бы здесь оставить воблерок. Бобры очень много здесь валили деревьев. Даже вот видно. Сейчас тут пробирался. Тут столько деревьев заваленных. Все бобры. Столько. Хатка даже вроде. Очень много развелось живности. Катушечка очень мне довольно нравится. Легенькие приманочки. Хорошо. Хороший плавный ход. Забрасывает приманки довольно неплохо. Пацифан флайм на легких приманках бывает. Сбрасывает петельку иногда. Вот это вот кидает. И заброс довольно неплохой. Летит. Хорошо. Воблерок 3 грамма. Я считаю, что довольно неплохо кидаю. Но я еще заброс как бы не вкладывался. Ну, друзья, что я и говорил про бобров. Иду, только одни деревья, деревья и щепки. И все это поработали бобры. Я не знаю, неужели на них не охотятся или запрет охотиться, но столько бобров развелось. Весь берег усыпан деревьями. Даже интересно, раньше так не было. Ладно, поберегем воблерок для двины. Хочется его испытать все-таки на речке. Поставлю что-нибудь другое. Попробую силикон от фирмы Цуриное. И вот рыбки. Обзор по ссылочке у меня есть на канале, я снимал, там указывал вес, размер данных рыбок. Силикон очень приятный. Крючочек у меня маловат на него, наверное. Попробуем покидать. Всего берега заваленные деревья. Страшно кидать. Но мы будем пробовать и не унывать.
попробую проверенные блесны от фирмы Моска покидать. Посмотрим. Какой-то ветерок задул. Трехграммовый воблер летит лучше, чем пятиграммовая блесна. Все прям под берегом. Вот я же говорю, проверенные блесны фирмы Моска. Только одел, сразу поклевочка какого-то кушарика небольшого. Сейчас подожди, не трепыхайся, отпустим тебя на волю. Продолжим, посмотрим. Блесенка работает. Хорошие рабочие блесна, очень понравились мне. Саня меня познакомил с ними, мой хороший напарник по рыбалке, его видели вы в моих видео. Очень хороший спиннингист, очень многому нас учит. В принципе, очень помогают его советы на рыбалке. Позвонили мои, уже хотят ехать домой, накупались. Поставил я вот такую вот Моска. И сейчас пойду к машине и попробую прокидать ее в тех местах, где уже кидал. Прям под берегом. Бьют по блесне, а брать не хотят. Ну что, друзья, рыбалку буду заканчивать. Она была у меня сегодня коротенькая. Больше, я и говорил, выехал на разведку, да, чтоб семья покупалась. Прихватил с собой спиннинг. Ну что, видео получилось, конечно, больше разговорное, чем рыболовное, но... Пару окушков словил, отпустил, я уже доволен. Катушкой рад, воблер очень понравился. Спиннинг с каждой рыбалкой радует все больше и больше. Смотрите, что вокруг меня творится. Сколько заваленных деревьев. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч, друзья!